из года в год при помощи, так сказать, наших друзей из администрации города организуется здесь и освещение, потому что когда вели здесь ремонт и вот эти вот новые мостки, которые мы здесь делали, ну здесь очень сложно было, и перебили тут, так сказать, электричество и все. Но с Божьей помощью, я думаю, мы к этому моменту крещения здесь электричество восстановится, будет свет. Вот. И в этом году построили вот там новую купальню. Тоже постараемся успеть к этому моменту набрать воды, вот, и запустить, чтобы она уже начала функционировать. В 12 часов со среды на четверг, то есть с 18 на 19 число, здесь вот наверху мы будем совершать молебен, освящение воды, освящение струй. Вот, и после идем в храм и служим божественную литургию. Народ, как обычно, приезжает, кто как может, кто к этому времени, кто позже, идут, купаются, кто набирает воду. Человек становится чадом Божьим через крещение. Господь показал нам пример, Он показал нам путь, и вот этим путем должен идти каждый христианин.